Нежданной шуткой. Я бы хотел сказать, что это... Угости. Ну, просто скромное небольшое стихотворение, написанное, потом переделанное, переписанное. Ну, не важно, как оно появлялось, но важно, что сегодня днем я понял, что я хотел бы как раз эти стихи прочесть сегодня, на этом вечере, за этим столом. Вот. И это никакая не песня, а просто стихи. Перед тем, как мы начнем уже настоящий отрыв. Вот. Но хотелось бы поздравить Костю и прочесть эти стихи. Можно я возьму один... Часто не переводи кадр, Артем. Как его называют? Реквизит. Время эфирное. Будем считать, что это реквизит. Костя Гадаева. Молодец, в ритм попал. Нет, там тоже попадает нормально. Ну, что-то сделать, а потом умереть. Как Буковский, как его Бородин, как Георгий Иванов. Причем здесь Георгий Иванов? Конец-то у всех один. Но посмотри, по асфальту синяя тень от весенних веток, и в небе лазури пятно опрокинут на нас из-под купола день, и течет, как вино. Да и мы купили вино. Молодец. Хорошо. Спасибо. С днем рождения. Молодец. Красиво. Я хотел красиво тебе это вручить. Алло? А тебе спасибо звонят большое время? Да, звонит. Ну, это было неважно. Костя, подожди, а ты чехольчик не мог бы мне тоже передать? Если не жалко, конечно. Там у меня еще много бумаг разных. Алло. Это тебе, Сань. Ой, привет.